«Мастер и Маргарита» по мотивам легендарного романа Михаила Булгакова состоится в пятницу, 13 октября. Спектакль для взрослых покажут на сцене Тюменского театра кукол. Мы делаем историю не про Бога и не про дьявола, мы делаем историю про человека. Со всеми его слабостями, со всеми его горестями, со всеми его достоинствами и со всеми его, как говорится, внутренними тараканами. Это история предательства, предательства и как человека все предают, многие через это проходят в своей жизни, к сожалению, так и мы зачастую сами себя предаем. Вот здесь, как Понтий Пилат сам себя предал в начале этой истории, так вот 2000 лет спустя, чем завершилась эта история, мы узнаем во время просмотра спектакля «Мастер и Маргарита» в Тюменском театре кукол. Нестандартный для театра кукол спектакль уже вызвал заинтересованность зрителей. Театральный сезон в Тюменском театре кукол. И начинается он очень необычно для нашего театра с такой постановки «Мастер и Маргарита». Спектакль для взрослых 18+ стоит в афише. При этом, надо сказать, Роман Николаевич, подтвердил мои слова, что билетов сегодня нет на эти спектакли. 3 дня будет идти премьера. И билеты уже все распроданы без какой-то такой специально большой компании рекламной, да, которая бы продвигала, которая бы много говорила о нашем спектакле. Это о чем говорит? Прежде всего, это говорит о заинтересованности наших зрителей, которые готовы и хотят прийти в театр кукол на взрослый спектакль. Особенность новой работы в том, что на время исполнения ролей артистам самим предстоит стать куклами. На них будут надеты яркие гротескные маски, что придаст персонажам узнаваемости. Я не переношу полностью книгу на сцену, там будет решение сцен и какое-то личное мое видение каких-то определенных сцен. Поэтому это может показаться каким-то откровением в какие-то моменты. И я считаю, это нормально. В любом случае уважение к автору сохраняется. И я была на связи с Михаилом Афанасьевичем все это время. И советую. Он дал добро. В новой постановке задействовано 14 актеров. Каждый из них сыграет в спектакле по 5-6 ролей. Роль мастера исполняет актер Тюменского театра кукол Александр Ганичев. Очень интересно это, понимаете, интересно. Вот ты в ваннушке, и тут же ты в Иешуа. Это замечательно. Для актера это просто сказка. Я скажу вам честно, для меня это просто мечта, если честно. Я такого удовольствия давно не получал, ну, а может и никогда. Просто мечта, огромная ответственность. Для меня это большая честь. Поэтому только самое хорошее ощущение у меня. Создатели спектакля уверены, что постановка «Мастера и Маргарита» очарует не только тюменскую публику, но и станет показательной работой для исполнения в театрах других городов.